много страха в этом слове, но не прочувствовать и не понять. Ах, сколько проливали люди крови. В то время всем пришлось страдать. С такой патриотической ноты началась акция «Сад памяти» на братском захоронении воинов в Черняховском. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны собрались около 150 человек. Среди них и защитники Родины. Чтобы память о героях Великой Отечественной войны жила и процветала вместе с этими деревьями. Свой вклад внесли малыши из 45-го детского сада, юнармейцы из сел Степного, Пуциловки, 25-й и 6-й школы города, а также члены Совета ветеранов. Увековечить память своих родственников приехали уссурийские байкеры. Мы здесь уже не первый раз. Дань памяти от души, потому что у всех кто-то на этой войне погиб. Поэтому наша обязанность чтить павших. Родственников, знакомых, всех. Акция «Сад памяти» стартовала в прошлом году. Тогда приняли участие более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России. В 2021 масштабы еще больше. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны она затронет города трудовой доблести, охватит основные памятные даты Великой Отечественной войны, места, а также имена героев. По всей России планируют высадить 27 миллионов саженцев. Ровно столько жизней унесла война. Марина Роман, Николай Ларченко, Телемикс.